Блин, где еще 4 персона смотреть? Можно я второе окно запущу? Да запускай. Ага. Креветка там лутера поставь там это самое. Хочешь, я по другим аккаунтам, нихера себе. Пошли ебашить мобов, чешо. Вот, кто хил? Кто хил? Ну вы хилы. Блин, а как мне дамажить, если я хилю? Чё-то... Надо второе окно тогда тоже хила подрубать. Понял. Я вот смотрю, вы охуенные хилы. Вот ты окно пошла открывать, а все сдохли. Нормально. Не, блядь. В окно вылетели, получается, правильно? Вот вообще классно было. А пошел окно открыть. Да пипец, 50% хила моё. Я не понимаю, вы что лежите тут? Бежать 2 секунды. У меня рейд багнулся, видимо. Короче, тактика на трэш. Он крутится, выбегает. Хорошая тактика. Приколбаса услышал. Только зашел в рейд. Заебись, блять, услышал. Ну, я тебя зато научила. И ты увидел это. Ага. Сейчас в два окна хилить буду. Сейчас только спек сменил. Пипец, так же можно ЕП в два раза больше болтать. А у нас разве альты и мейны не одно и то же имеют? Нет, это все разные. Да я все равно не играю шаманом. Ну, у тебя на другом аккаунте, чтобы заходить, верно? Да, я умный человек, все твиты на разных аккаунтах. А почтой ты, получается, подолгу ждешь все, а у меня все быстренько. А чего ждать? У меня все сразу будет сделать. Никаких проблем. Почта, когда перекидываешь. Типа, нет, между одним аккаунтом общий, и инстантом. Общая гильда. Специально. По гильдии типа тоже инста? Типа, у меня нет. Персонаж, но не гильдой. У тебя может быть из-за випки, просто. Стойте, сильно не забегайте сейчас. Одного можно было привести. Ну, есть место? Ну, это есть место там в рейде. Да, есть, два места. Дайте, пожалуйста, на бегмин, на мой спирит остат плюсуем. Сейчас у нас трэш. Мы тебя возьмем обязательно. Кого взять? А Вентер, как тебе армс? Он ДПС больше дает или что? По идее миликов должна быть больше. Нет, там же 5% крита фура дала. Прыги просто очень сильные в пачках. Ну просто постоянно ДПС типа. Я просто помню, что мы в льду ходили, а у тебя там 4000 ДПС. Что-то я вообще не выбирала, как так. Урик проседать можно. А этот постоянно типа нормально дает. К кнопкам привыкли, не знаю. У нас как раз Фурик появился, три армии теперь. Я надеюсь, Фурик у нас постоянно появился. Постоянно. Шикарно. Вот бы таких постоянных еще штук 10.
Пипец, завтра у нас уже, да, не лавы пить, вообще не знаю как. Завтра много кого не будет на самом-то деле, я тоже не смогу, скорее всего, завтра. Вот бы, конечно, ну блин. Так, я рыбу сейчас поставлю от Войта. Вот, мне Кимур, ты завтра Властелин колец? Ты имеешь в виду третью часть, типа, Властелина колец именно? Смотрите, пожалуйста, моего твина. Я, блин, гуглить пошел, думаю, нихера себе. Хоббит же есть еще. Нового. Не, ну понятно, но то и то закончилось, я уже погуглил. Благодаря Химоре, ну, в смысле, Тагариус. У нас только завтра кинотеатр откроется. Ты где живешь? Я в Киеве. Прям в самом Киеве. Прям посредине. Сочи. Был я. Бывал. Жиза. А что, возможно, короче? А, не знаю. Ну все, я сейчас персонажа поставлю где-нибудь сбоку. С тотемами, все. Я готова. А, каску сейчас забафну. Сейчас базуку, погоди, 24 человека надо. Так пищить земли накидывай просто на этом персонаже и все. До этого хватит, затащим, чего вы переживаете. Да, чё вы так рано пуляете? Люди припоты пьют. Так, ну дорожу. Тут вот тоже первый раз. Дождик, убегайте. Паразит. Я смотрю, в моего прям начинает бить. Прижал. Рассоситесь там по центру, кто стоит там, 50 тысяч человек. 50 тысяч человек? Я посчитал. Не, ну тут да, тут просто базука расплодился, посмотри, не одна, ой-ой-ой. Не одна, а 4 штуки. Да, я заказывал. У меня почему-то DBM на нем не работает. А что там работать? Я вообще перекачай пак. Тут только берсерк, карквон и след топот. Вот, это, ну, типа, топот когда будет. Щиты на всех бы накинул, а на ОЕ урон наносит. 10 секунд держу в курсе. Интересно, а потом здесь веса других боссов откроют, нет? Да. Да. Конечно, откроют. Обязательно. Насколько я помню, здесь только два босса полезных. Вот этот и да. Правильно, да? Мам, поставь этот беги прожму. Давай, давай, я прожму. Поешь? Сейчас я про них босса, только этот. Я уже поставил этот там, короче, я надеюсь, тебе капает. И ты стоишь. А, ну да. Я ману прошу на фул. Посмотри, где Купер стоит и где Хелмс.
Как, сколько там до тохота? Не знаю. Сейчас будет. Удобно, да? Вовремя. А, так, кстати, можно выключать монитор, тогда топот не, не видно. Если комфорт... Удивительная вещь. Нет, тогда тебя выкинет. Не, первое а время вроде бы ты будешь еще в онлайне. А чё у всех такие странные ники? Химурок, а ничего. Привет, куда? Дырявый. Странный. Дырявый вообще топ. Ну, привет. Походу какой-то статик японской мафии. Того. С дырявым во главе, да. Не, ну он, получается, рост сделал, типа, и все, из-за этого все гирти разлетелось, поэтому у тебя такой ник теперь. Я просто дырявый, поэтому не удар летал, да? Все, короче, добиваем и падает маунт. Падает. Или только со мной падает. Интересно, есть такая ачива, нахуй, дырявый танк? Не, есть, короче, знаешь, какая ачива? Победивший смерть, звание есть. Это звезды. Пипец, хочу такое звание. Есть мудрые звания. Не, такие неинтересные. Вон, я премудрая. А, я чудесная, могу поменять. Базука, дай порт, пожалуйста. Ручки. А это не мудрый, там познавший мудрость, по-моему, так вот называется звание. Так, на ДК ДД надо кому-то? Ник Дэйлон или Химура, надо вам? О, он пас нажал. Так, перчи я взял, конечно. Бери, чё ты. Минор обыграет, у меня поменялись эти. Это ты поменял, что ли? Ханичева, у тебя есть кусок какой-нибудь Т7? А чё я не могу почту отправить? У него плечи да, есть, да, хватит, он сегодня слутал плечи. Ну, да, кстати, что это шипешный, там, в сети взрыв разума. Это шипешный комплект. Ну да, ну, лучше да. На сегодня всё, больше никто никуда не идёт? Домой иду, спать. Ну, я думаю, можно прогуляться домой, да. К мамке. Да, зачем? Это рейд, ребята. Это ПВП вроде бы. Ну да, ПВП. Все, спасибо, счастливо всем. А кто подскажет, почему я сам себе не могу... А, Юля, сам... ты тут еще? Угу. Зачаришь сейчас, я реги дам? Я в банке. Ага. У меня есть реги. Да ладно, мне лежат. Дряхлый, ты где? Я в далях. Есть там портал? А, вот. Ну, дай, пожалуйста, не когда ждем спать. Да я давал уже за этот самый, за Oasis, за Max. Ну за это пусть без ЕП будет. Да. Ну все, ладно, давайте спокойно, пацаны, до завтра. А, да, можно на секундочку, тебя буквально вниз? Буквально на секундочку. А, у нас разные, походу, эти. Потому что я тебя не вижу в банке. Как их называют? Слои. Ну, выйди да. С рейда, я тебе пати кину. Авентор, напиши мне почтой, какие чатки. Допустим, ноги, во-первых, я не чарю, я не кожевник. Во-вторых, пояс я тоже не чарю. В-третьих, берсайд, да что там тебе надо? Опиши на почту, я тебе отошлю посылкой. А у тебя там есть где-нибудь чарки, типа боевого исступления, ну, надо ручку нормальную. Да, мне Warlike отпишешь.
Это только не нагрейте там 7 чарок, не просите. Да, я понял. Типа, ну, мне хотя бы одну, потому что, типа, я что-то хожу, 87 атак. Напишите на почту, я завтра зайду, вам скину. Там, прям ближе к вечеру, как у вас уже будет чарка в руках. Угу. Спасибо. За 70 пушков доблести можно купить полезное? Да, пойдем, короче, я тебе личку. Пойдем, Всем спасибо за рейд. Да, всем. Да, спасибо большое. Да, всем. Научитесь, приходите. Да, до спасибо. Обязательно. Всем спасибо. У Void еда восстанавливается. Так, во всех гильдиях кризис, их надо просто пережить. Да, это работа, не работа, знаешь, все работа. Да, Бармалей, я тут слушаю, да. Ладно, братцы, доброй ночи, всем пока. Ночи. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Да, пишите комментарии. Спасибо за рейд, спокойно. Обязательно пишите в комментарии, куда бы вы хотели сходить завтра. Я, короче, стримила, короче, это... А как видео-то обрезать? Скажите мне. В пробу надо. А пробу уже отдельно? Ага. А то там, короче, отходило, надо было... Короче, когда вкашивала, нужно отрезать этот момент. Знает кто-нибудь аддон, чтобы мое кровотечение показывалось как-нибудь по-другому? Ну, типа... Tell me when. Оно может тебе показывать, как ты захочешь. Хоть перевернуто, хоть как. Так, что ты мне сказал сделать? Бармалей. Да, Максим был. Вообще ништяк. Я наконец-то себе эту треню выбил. Да, это был ништяк. У меня даже на твине такая есть. Настя, зачем ты делаешь мне больно? Я, короче, с пугами иду и такая возмущаюсь. Типа, чё вы мне треню не дали? Я сролила, короче, 90 кило. Они говорят, ты чё, ты же рестер. Я говорю, да я вам, бляха-муха, помочь пришла. Рестером решила похилить его. А так я мою целью. Короче, и на то ровила. А у меня, кстати, реально ДПС поднялся. Был в тройке по ДПСу первых. Я такой, ё-моё, как ДПС поднимается от одной трени? У тебя кап меткости появился, поэтому... У меня кап меткости был еще, когда мы не ходили в льду. Может, как супер меткий Void? А? Не знаю. Но я ее поменял место вот этой вот с 25-ки льды, потому что с 25-ки льды она вообще непонятно как использовать, для чего и для кого, не знаю. А ну, легони мне ее, блин, ты меня что-то пугаешь. Что ты с 25-ки льды взял, и она тебе не нужна? А, поняла, это использование. Это херня. Но в демоне она прикольная, потому что пока метаморфозы, там все КД совпадают, но там норм. Но в Африке она была просто бесполезной. Абсолютно. Там вообще. Теперь с 150-ки надо еще выбить трению. И ты шо, я вообще.